Часто слышу такое мнение, что если ты не родился так называемым альфачом, то с женщинами тебе ничего не светит. У них никогда не будет на тебя, как говорится, мокнуть пися. Это утверждение настолько часто тиражируется в различных мужских пабликах, что многие его принимают как абсолютную неопровержимую истину. У меня на этот счет немного другое мнение, и что я думаю по этому поводу, я вам сейчас расскажу. У так называемых омег, или по-другому ботаников, обычно достаточно высокий уровень интеллекта, выше, чем у среднестатистического альфача. Но при этом у них очень низкий психологический болевой порог, и они склонны к рефлексии, то есть они склонны копаться в самих себе, чем никакой альфач, конечно, заниматься не будет. И мне кажется, это как раз тот случай, когда недостаток в чем-то одном вы можете компенсировать преимуществом в чем-то другом. Но для этого, конечно, придется приложить усилия и поработать над собой, потому что без этого никак. Если уровень вашего интеллекта позволяет вам понять, что главная ваша проблема заключается в том, что вы очень болезненно реагируете на то, как женщины к вам относятся, то значит именно эту проблему вам и нужно решать. Я думаю, начать можно с того, что каждый раз, когда вы чувствуете, что вас беспокоит, что о вас думают другие люди вообще, или женщины в частности, вы сами себе скажете: «А кто это вообще такие, чтобы они меня оценивали? Пускай засунут свое мнение обо мне себе в задницу. Да я охуенен, я вообще красавчик. А если кто-то так не считает, то только потому, что он не способен это понять в силу своего убогого интеллекта. И если баба вам отказала, то это не потому, что вы недостаточно хороши для нее, а потому что она не способна понять, насколько вы охуенны, потому что у нее самой интеллект, как у инфузории».